Сегодня мы пожелаем, чтобы мы приняли участие в фестивале. В данный момент во время проведения нашего фестиваля проходит официальный чемпионат мира по слэдж-хоккею. Наша сборная впервые участвует на таком чемпионате. Только что пришла весть. Наша команда выиграла у хозяев, у корейцев 2-1. Очень хочется поздравить хоккеистов, тренеров, вообще всех, кто занимается. Мы очень дружим со всей командой, потому что мы практически всегда на сборах находимся вместе на базе АК. Поэтому вот искренне хочется поздравить ребят и пожелать дальнейших побед и успехов. И сегодня на чемпионате мира по хоккею слэдж наша сборная России одержала первую победу на этом чемпионате со счетом 2-1, друзья. Поддержим мы этот аплодисмент. Давайте помогаем, брат. Сборная России по хоккею. У нас есть также чемпионат. Посеяв в ней себя, ты расти будешь жить. А жизнь это моря, плыви без корабля. И не только себя разбудишь. Пускай сегодня взлет опасен, пускай сегодня ночью день, а солнце весь свой мир раскрасит, а тебя оставит тень, лишь тень. Сегодня и напрасно все то, что ты так долго ждал. Пускай как будто безучастно лежит все то, что начинал. Вара, знаешь, дни пусто текут сегодня, а ты просто уснул. Пообещай мне рекою чувства направить завтра в другое русло. Надо жить, а жизнь это земля. Посеяв в ней себя, ты расти будешь жить. А жизнь это моря, плыви без корабля. И не только себя разбудишь. Надо жить. Надо жить. Свой крест, не жди Голгофы. Не обязательно так быть. А коль судьба истерла стопы, не торопись свой крест валить. Вара, кто не находит здесь себя, тот проживя не прожил жизни. Кто побеждает сам себя, тот будет жить и после жизни. Знаешь, дни пусто текут порою, но сегодня густо. Благодаря своим лучшим чувствам ты никогда о них не вспомнишь с грустью. Надо жить. Сейчас прошли показательное выступление по регби на колясках. Мы очень рады, что нас позвали на такое торжественное мероприятие. Вот, оно впервые проводится. Надеюсь, что в дальнейшем нас также будут дальше звать. Вот, и мы также дальше будем показывать мастер-класс для того, чтобы завлекать новых людей. Как это самый, один из самых горячих видов спорта. Спасибо. Очень хорошо, что у нас в России развивается такой вид спорта, как регби на колясках. Сама я занимаюсь этим видом спорта около 2 лет. И считаю, что его нужно развивать и дальше, потому что спорт, он вообще очень полезен и придает жизненных сил, уверенности в себе. Желаю, чтобы наша сборная команда по регби от России выступила на следующих Паралимпийских играх в Бразилии и обязательно взяла там призовое место. Знаешь, дни пусто текут порою, но сегодня густо. Благодаря своим лучшим чувствам ты никогда о них не вспомнишь с грустью. Надо жить, а жизнь это земля, посеяв в ней себя.
ты расти будешь жизнь, а жизнь это моря. Плыви без корабля и не только себя разбудишь. Надо жить, а жизнь это земля, посеяв в ней себя. Ты расти будешь жизнь, а жизнь это моря. Плыви без корабля и не только себя разбудишь. Надо жить. Надо жить. Надо жить. Вообще проведение вот этого фестиваля, даже можно сказать праздником, очень нужная и необходимая вещь. Очень замечательно, что он начал проводиться, впервые проводится сейчас такой турнир. А чем он замечательный и необходим? Тем, что инвалиды, все желающие инвалиды, или люди ну, с различным там, ограничением по здоровью, любые, в принципе, не только колясочники, но и ДЦП, инвалиды детства, ну любые, могут прийти вот сюда и попробовать свои силы в таких видах спорта, как, допустим, сейчас на данный момент проходит футбол среди ампутантов. Он хоть и не паралимпийский вид спорта, но достаточно распространенный в России. Замечательно, что вообще инвалиды могут прийти и попробовать. И также обратная сторона. То есть здесь присутствуют чиновники из Москомспорта, из Паралимпийского, из Министерства спорта, которые видят, что этот спорт на самом деле настоящий спорт, ничем не отличающийся от спорта здоровых. Вот, и поэтому к нему нужно относиться как к спорту, а не как к развлечению для инвалидов. И нужно также, то есть нужно понимать, что как любой спорт, он требует определенных материальных затрат, определенного внимания. Я думаю, что этот фестиваль пойдет вот именно на пользу вот с этой стороны очень сильно. Я надеюсь, что этот фестиваль будет проводиться не только ежегодно, но и ежеквартально в различных центрах Москвы. И это будет очень здорово на самом деле. Мероприятие достаточно хорошо организовано. Единственное, конечно, не маловато людей оповещено о нем. Таких мероприятий хотелось бы побольше, чтобы и простые люди, не инвалиды, могли адаптироваться, посмотреть на проблемы людей, которые имеют ограничения в движении, чтобы не ощущали скованность при встрече с такими людьми. Очень-очень-очень отрадно, что сегодня в мероприятии принимает участие наш друг, наш председатель Учительского совета фонда, депутат Государственной Думы Сергей Анатольевич Поддубный, который не просто вложил силы, душу, свою энергию, свою радушие в это мероприятие, организовывая его, привлекая сюда как зрителей, спонсоров, помощников, а самое главное, он явился его участником. Вот сейчас, в данный момент, он только что закончил матч настольного тенниса в виде спорта, который его родной, в котором он единственный в нашей стране чемпион мира. Вот, до этого он участвовал в показательных выступлениях команды по регби на колясках. И мы надеемся, мы сейчас его еще где-то увидим, потому что он наверняка преподнесет сюрприз. Наверняка это не последние виды спорта. Меня удирал. Привычка. Ты догоняешь. Я удираю. Прости. Я уезжаю.